Дорогие друзья, Международный дипломатический клуб «Амикабилити» выступил официальным соорганизатором фестиваля «Я люблю мир», который пройдет в Брянске 20 и 21 июля. Поэтому мы всех имеем честь пригласить на эту уникальную площадку. Будет много международных гостей. Официальное название этого фестиваля – Международный фестиваль визуального искусства и активного социального блогерства. Поэтому нам нужны те opinion leaders, лидеры мнений, которые сегодня формируют повестку дня. Мы движемся по линии ЦУ, цели устойчивого развития ООН, 75 лет ООН. Мы захватываем, конечно, председательство России БРИКС в этом году и 75-летие Победы. То есть это актуальные даты и цифры. Все это синергийно к великим гармоничным целям на наших западных рубежах. Брянск – это, так сказать, сейчас то направление, где граница с Белоруссией и Украиной. Мы должны укреплять наши славянское братство. Как вы относитесь к идее миротворческого фестиваля «Я люблю мир» вот в Брянске? Нужно ли нам через культуру соревновать диалог религии, традиций? Вы знаете, само слово «я люблю мир» – это все и говорит. Здесь и духовное, и религиозное, и бизнес. Здесь все. Раз ты любишь мир, ты должен любить все. И ты с миром должен быть на одной ноге. Мир – это все. Вообще, это практика. Надо все-таки перенять такой, наверное, форму, практику и другим регионам. Я люблю мир, но это значит, я люблю себя, близких, окружающих, экологию, и все. Вы знаете, вот даже сам слоган и само название, оно уже говорит о том, какое вообще отношение может быть к миру. То есть это же потрясающе. Я бы очень хотела поприсутствовать на вашем этом мероприятии. Конечно же, о нем надо говорить. И, честно говоря, я под впечатлением, это будет очень здорово. Потому что уже начиная от слогана, мне уже это все нравится. В любом случае, это будет очень плодотворно, потому что все это, опять же, на основных китах дружбы и согласия. Я считаю, что это очень неплохая возможность для разных людей познакомиться, обменяться опытом, информацией и в дальнейшем выстроить определенные механизмы для дальнейшего сотрудничества. Я люблю мир. Ухибу аля алим.